Минздрав планирует в ближайшее время подготовить и внести в правительство постановление об усилении контроля за спиртосодержащими лекарствами и парфюмерией. Причиной повышенного внимания государственных органов к этой проблеме стали отравление и алкоголизация населения. Постановление будет предусматривать введение запрета спиртосодержащих лекарственных настоек объемом свыше 25 мл. Спирт, который применяется для медицинских целей, фактически не отличается от пищевого, поэтому в правительстве предлагают поставить его под учет по аналогии с алкоголем. Росалкорегулирование и Минпромторг также готовят законопроект, который предусматривает создание системы госучета производства и оборота спиртосодержащих лекарственных средств. Система позволит поставить под учет государства производство, оборот и перевозку спиртосодержащих лекарств, этанола и медизделий, которые до сих пор регулировались только законом об обороте лекарств, но не законом об обороте этилового спирта.